После вопроса беременной журналистки агентства «Россия сегодня», стоит ли вводить ответные санкции против въезда украинцев в Россию, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что называется, понесло. Он начал выкрикивать оскорбления в адрес журналистки, а затем оскорблять и вступившихся за нее коллег. Своих однопартийцев называл придурками, что не ново для скандального политика, и, обращаясь к ним, предложил, далее цитата, «давай я произнесу, а ты подбегающий, начинаешь ее жестко насиловать». Журналисты уже обратились с требованием лишить слова политика на заседаниях Госдумы, а также принести публичные извинения за оскорбления.